взлет. Хорошего полета. Трент, мои информаторы доложили, что Тикаги собирается покинуть свою крепость. У нас мало времени. Арка Тикаги всего лишь за одну систему отсюда, в Тахоку. Драконы крови обнаружили дыру гиперперехода туда более 20 лет назад. Пересылаю координаты. Джунка, мы летим в арку Тикаги. Нет, это самоубийство. Они слишком хорошо защищены. Это наш последний шанс, Джунка. Тикаги летит в Рейнландию. Должен быть другой способ. Мы решили напасть на базу Тикаги. Мы найдем Том и убьем Тикаги. Пожелай нам удачи. Азу, конец связи. Береги себя. Направление. Мы подлетаем к дыре. Она приведет нас близко к его базе. Вон она, Трент. Давай, входи в дыру. Звено истребителей ждет нас на другой стороне. Докладывайте! В этой системе бурная активность, лейтенант. Тикаги усилил патрули за последние несколько часов, как будто он ожидает атаки. Мы летим к близлежащему аванпосту драконов крови. Пересылаю координаты. Мистер Трент, ведите, мы пойдем за вами. Нам надо быть поосторожней. Эта система полна защитных систем и патрульных групп. Пока нет объектов. Может, нам повезло? Аванпост Рюку! Говорит лейтенант Азу! Лейтенант, мы ожидаем сигнала к началу операции. Наши войска в вашем распоряжении. Судя по отметкам на радаре, у арки наблюдается большое скопление кораблей. Тикаги покидает свою крепость. Если Тикаги сбежит, мы навсегда упустим шанс заполучить Том и покончить с этим демоном. Нам надо поторопиться! Загружаем координаты арки в свою нейросеть. Следуй за драконами. Слава драконам! Дракон 2, вы знаете о защите их базы. Каков оптимальный выбор? Вы с мистером Трентом подойдете снизу базы. Там находится массивная цилиндрическая балка, укрепляющая структуру планетоида. Это самый безопасный подход к базе. Мы постараемся отвлечь их силы и отвести их подальше от нее. Это даст тебе достаточно времени прорваться, я надеюсь. Теперь она крепость обмана и зла. Драконы, к цели! Появились несколько объектов. Нам надо уничтожить те корабли. В атаку! Черт! Лейтенант Азу, ваш заход на цель. Пусть уходит. Мы слишком близко. Мы потеряли еще один корабль. Азу, тебе придется лететь в Нью-Йорк прямо сейчас. Мы не сможем их сдержать. Нас отбросили как мух, Азу. Поторопись. Это Дракон один. Готов помочь. Нам долго не выдержать такого плотного огня. Поторопись. Дракон один. Нам надо сбить эти канонерки. Чего бы это ни стоило. Принято. Лечу с драконами крови. Драконы, в бой! Thank you.
думаешь, Тикаги ушел? Мы скоро узнаем. Ну и план. Стрелять во все подряд. Так я и сам мог. Все гениальное просто. Том? Вон там. Том Протеуса. А теперь за Тикаги. Думаешь, это так легко? Ну, как ты сам выразился, иногда самые простые решения. Парализующий газ. Заперто. Ненадолго. Отойди-ка. Прекрасно, не так ли? Он уникален, так же как и это. Ты и твой дружок-дракон вломились в мой дом и убили моих слуг, чтобы отобрать у меня Том Протеуса и мою жизнь. Почему? Почему? Нет, нет. Оставайтесь на своих местах. Я бы не хотел, чтобы с вами что-нибудь случилось. Во всяком случае, до того, как у меня будет возможность поговорить с вами, мистер Трент. Оставьте нас. Ну и что мне сейчас помешает тебя убить и забрать Том? Я думаю, вам обоим мог бы дать фору. С другой стороны, может быть, мне стоит выровнять шансы. Азу! Убедитесь, мистер Трент, с кем вы имеете дело? Вы мне расскажете то, что я хочу знать. О Томе, об Ордене, обо всем. Нужна. Мы летим к твоей позиции.
Принято. Трент, берегись, будет нелегко. Приближается ракета. Приближается ракета. Приближается ракета. Приближается ракета. Для того, чтобы покончить с правлением Тикаги. Как? Его убил странник. О них мы знаем очень немного. Это раса, которая может овладевать делами людей. И они медленно, но верно проникают в колонии. Похоже, что они выбирают высокопоставленных государственных и военных чиновников. Тикаги был одним из таких людей. До сегодняшнего дня никто никогда не видел странника, при этом оставшись в живых и рассказав об этом. Мы еще об этом можем позднее поговорить. Я все объясню, когда мы будем в Чугоку. Мы достигли дыры. Трент, ты первым. Стыковка. Стала более агрессивной. Мы думаем, эти странники попробовали внедриться в правительство свободы, когда адмирал Шульский наведался в Манхэттен. Нам надо было это предотвратить, что бы это ни стоило. Вот почему мы уничтожили Данау. Подлетаем к Киото. Это лорд Хакира. Мы подлетаем. Мы вас давно ждем, лорд Хакира. Какие новости вы нам везете? Наше задание выполнено. Мы достали Том Протеуса, и лорд Тикаги мертв. Но мы дорого за это заплатили. Лейтенант Азу погиб. Понял. Слава драконам. Он пожертвовал собой за правое дело. Вам дано разрешение на посадку. Вас поняла. Вы спросили. Приземление разрешено. Продолжайте. Приземление 2. Понимаю. Это нелегко осознать, но Эйнландия не единственный враг. Было куда больше жертв, чем вы слышите в новостях. Такие, как Азу, погибают каждый день. Неужели тебя не волнует, что его убили? Он знал, чем рискует. А я нет. Почему мне никто не сказал? Что? Что мы атакованы неизвестной инопланетной силой? Что мы предстали перед чем-то более могущественным, чем наша собственная спесь и высокомерие? А? Помогло бы это? Вот предназначение Ордена. Мы боремся за мир, поэтому мы так важны для вас и храброго Азу. Мы всем рискнем, чтобы получить это, потому что это важно для странников. Вот. Теперь вы знаете. Ну и как вам, наемник? Не помешал? Нет, лорд Хакира рассказывал мне об Азу. Как он погиб. Я рада, что ты хоть цел. Спасибо. Это лишнее. Но есть кое-что, в чем мне действительно потребуется ваша помощь, если вы пойдете на это. Я ваш должник, Хакира. Отлично. Вы помните, когда мы впервые встретились?
и я потерял контакт с моим агентом в Ринландии. Да. Его зовут фон Клаусен. Это агент Ордена в Ринландии. Он раздобыл важную информацию о планах Ринландии. Но мы не можем с ним связаться. Он в ужасной опасности. Единственный шанс, если его вытащат. Из Ринландии? Из Нового Берлина. Вы идеально подходите, ведь Бретонь все еще нейтральна. Я бы попросил госпожу Зейн, но это неуместно. Правильно. Кроме того, я отправляю ее с Томом Протеуса к доктору Квинтейну. Вы должны отправляться немедленно, Трент. Я удостоверюсь, что у вас есть вся необходимая информация. Поторапливайтесь, Джунго. Удачи. Наемник Альфа, один, окей, один. Это Киото. Вам дали до... Трент, меняем план, веди. Поступила новость, что Ринландия вторглась в систему Сигмы. Все базы и врата теперь под контролем Ринландии. Но есть другой выход. Драконы крови обнаружили дыру гиперперехода в Сигме-13. Могу взять тебя в Новый Берлин, если мы полетим быстро. Мы проводим тебя туда, а дальше ты сам. Лорд Хакира, мы подошли к вратам Сигма-13. Продолжайте, Губо. Трент, я тебя провожу. Нам надо быть поосторожнее. Наши информаторы докладывают, что большая ринландская флотилия находится в этой зоне. Трент, веди. Похоже, достоверны. Похоже, что Ринландия передислоцирует всю свою северную флотилию в Сигму. Они следили за нами! Меня атакуют! Приближается ракета. Приближается ракета. Что это за место? То, что ты здесь видишь, не что иное, как последствия решающего сражения 80-летней войны между Ринландией и ГДГ. Дыра прямо перед нами. Эти врата ведут в Новый Берлин. Дальше мы с лордом Хакирой не можем идти. Граждан Кусари в Ринландии сразу арестовывают или хуже. Фон Клаусен ждет тебя на Новом Берлине. Нам необходимо вытащить его оттуда. Удачи, Трент! Стыковка.
кофр. О, добрейший, могу предложить вам предсказать, что несет вам час грядущий. Нет, спасибо. Помогу найти, кого ищете. Нет. Мистер Бликс никогда не ошибается в таких делах. Он сказал, что вы кого-то ищете. Фон Клаусена? А он от себя говорит? У Бликса есть связь с источниками в других мирах. А что насчет тебя? Нет, мой дар — быть слушателем. Вместе мы глаза и уши для тех, кто желает платить за такие услуги. Мы сейчас работаем на одного такого человека, того, кого вы ищете. Видите ли, мы уже некоторое время ждали вас. Почему? Доставить сообщение? Вы должны встретить фон Клаусена на старой платформе на планете Гольштин в системе Франкфурта. Не волнуйтесь, мистер Трент, боги улыбаются вам. Вы попадете туда как раз вовремя. Бликса. Он меня попросил сопровождать вас на пути в Гольштин. Следуйте за мной. Мы идем по торговой линии к Франкфуртским вратам. Я хороший друг Герр фон Клаусена. Мы с ним снабжали лорда Хакиру информацией с того дня, как странники внедрились в правительство Рейнландии. Грузовой корабль ДХЦ-3417. Мы везем продовольствие на Гольштин. Вас понял. ДХЦ-3417. Можете продолжать путь. Трент, иди первым. Секунда. Сопротивление войне с Кусарией. Мы скоро пролетим станцию Мактан. Ходят слухи, что войска там удерживают сотни журналистов и активистов. Никто не знает, живы они или нет. Thank you.
Гольштину. Это вон та водная планета справа от нас. Пока все идет хорошо. Ринландская флотилия вторглась в Ханшу. Мы встретимся в системе Гамбург. Я пришлю тебе точные координаты позднее. Конец связи. Вот мы и здесь. У меня встреча с агентом Муншуга на юго-западном континенте. Передавай привет Герр фон Клаусену. Удачи, Трент. Стыков. Понятно. Будем готовы. Вы сможете продолжить, когда будет свободно. Наемник Альфа-1, окей-1, вам дано разрешение на приземление. Фон Клаусен? За вами не ходит кто? Не думаю. Блик сказал мне, что вы прийти. Интересная пара. Бликс читать ваши мысли, когда вы в Новый Берлин. Прошу извинения. Я должен быть уверен, что тот, кого послал Хакига, не выкак. Я должен быть слишком осторожный. Я понял. Давайте выбираться отсюда, пока мы еще можем. Не спорю, мистер Ткент. Перед тем, как я приземлился на Гольштин, хакер рассказал об изменении плана. Орден послал корабль, чтобы встретиться в системе Гамбург. Превосходно! Все идет по мой план. У меня еще остался незаконченный дело. Нам нужно будет продолжить полет. Информатор представил мне недавно схемы чертежа нового типа летательного аппарата, который создают военные Ретландии. Этот корабль единственный в своем род, мистер Трент. Я связался со свой друг. Он входит в группу, которая выступает против нового режима Ретландии. Их база недалеко отсюда. Фон Клаусен, мы преследуем ретландцев. Герр фон Клаусен, отлично! Приближается ракета. Наводка на бандита! У меня повреждение. Сканеры засекли еще звено ринландских истребителей. Меня преследуют. Приближается ракета. Все еще атакует. Ринландец, разве ты не видишь? Сегодня ты умрешь. Все кончено. Герр фон Клаусен, Муншук благодарят вас за помощь. Трент, ты пойдешь вперед. Я буду следовать за тобой. Принято. Ваш запрос — приземление. Разрешено. Пожалуйста, продолжайте. Приземление. 2. Буншук никогда о них не слыхал. Скажем, хагоши, хагоши, люди в бесплодных землях. Герр фон Клаусен, рад, что у тебя все получилось. Должно быть, для тебя это выход. Да, Ткент. Это Клаус Боцлек. Лидик повстанцев Буншук. Как ты держишься? Дела плохи. Войска Ринландии наносят удары всеми силами. Но все же мы готовы, наше атакующее крыло встретит вас обоих в запланированной точке. Прекрасно, друг. Сегодня мы положим конец огужу канцлера.
Кент, ты не представляешь, как тяжело предать свою Годину, чтобы спасти ее. Нет, но я собираюсь помочь вам закончить начатое. Спасибо. Рент, судя по моим источникам, небольшой рентландский флот движется к секретный военный объект недалеко отсюда. Мы должны найти этот объект и попытаться остановить усиливающуюся военную машину Рентландии. Если нам это удастся, мы подорвем влияние военный клан Рейтландии. Это не будет легкой прогулкой. Сооружение окружено радиоактивным и минным полем. Плюс к этому существует только один единственный путь внутри поля и обратно. Маленький проход на востоке поля. Наши разведчики передают, что он размером не более 100 метров в ширину. Наши сенсоры не могут проникнуть через защитное поле, поэтому у нас нет тактической информации о расположении флота или хотя бы о самом объекте. Но несмотря на это, мы должны уничтожить этот объект. Осторожнее, в узком проходе мины слабые, но все равно могут сильно повредить твой корабль. Эта операция жизненно необходима для спасения и Рентландии, и Кусаи. В противном случае не выживет никто. Будьте готовы и ожидайте моих приказов, когда мы приблизимся к Гиперполтау. Мы на месте. Всем истребителям разойтись. Будьте все осторожны. Радиация может повредить ваш корабль. Здесь это смертельно опасно. Держитесь вместе и продвигайтесь вперед. Радары засекли огромное открытое пространство с большим объектом посередине. Это наша цель. Всем истребителям, зарядите орудие и приготовьтесь к бою при вылете из прохода. Во имя имя! Это сооружение должно быть уничтожено любой ценой. Цель достигнута. Герр фон Клаусен, я обнаружил другой проход на дальней стороне внутреннего пространства. Нам надо использовать этот проход как путь к бегству. Если мы лоб в лоб столкнемся с линкорами, мы погибли. Эй, Боцлер! Сторожевые линкоры не подпускают нас к установке! Мы не можем точно выстрелить! Возьми его! Продолжай. Станция должна быть разбита. Корабли странников должны быть уничтожены. Мои стабилизаторы! Приближается ракета. Атакуйте объект всем, чем возможно. Не могу стряхнуть его! Они за это поплатятся. Слишком много истребителей! Не могу стряхнуть! Приближается ракета. Мое звено уничтожено. Отсюда. Мы сделал все, что могли. Сейчас нужно спасаться. Нет, мои люди не погибнут зря. Что за... Иди же и передай своим соотечественникам о том, что ты видел, и о том, что их ждет. Иди, пока еще есть время.
за Рейнландию! Прощайте, друзья. Пусть вам помогать Бог. Дух, нам нужно двигаться быстрее. Цель. Впереди дыра гиперперехода. Цель достигнута. Там дыра гиперперехода. Системы навигации сообщают, что он ведет в систем Гамбург. Это наш выход, Трент. Стыковка. Ты здесь? Надо переносить операцию, артефакты, исследования. Все. Квинтейн и Синклер сейчас уточняют все с Арилионом. Арилион? Да, Трент, это их флагман. А это должно быть... Герр фон Клаузен. Вы, наконец, тут. У вас есть планы? Да, благодаря Тренту. Приветствую, Хакига. Он отличный дополнение к твоей группе. Кинг, и ты здесь? Многие из нас, сэр. Добро пожаловать на Осирис. Прекрасная железяка из лаборатории флота Свободы. Это корабль Свободы? Это новейший прототип, который еще не было возможности использовать. Орден провернул это прямо у них под носом. Как это вам удалось угнать корабль, и вас не поймали? Мистер Трент. Меня зовут Каспер Арилион. Добро пожаловать на Осирис и Орден. Так, мистер Арилион, вы раньше работали на Свободу? В Яблочко. Я был лучшим агентом, пока не обнаружил, что странники завладели моим командиром. Они и меня хотели, но мне удалось удрать на этом корабле. Тогда я решил узнать все, что мог о странниках и их планах. Я вербовал людей со всех колоний. И таких, как ты, тоже, чтобы помочь нам избавиться от паразитов. Вы имеете в виду странников? Совершенно верно. Они завладевали людьми и контролировали их. Это все началось, когда рейнландские геологи открыли неизвестную планету. Там, где не ступала нога человека. К несчастью. Геологи там что-то раскопали, и вот тогда возникла угроза. Так почему же не напасть на нас открыто? Потому что мы слишком сильны, им надо было нас немного ослабить. Поэтому канцлер и начал эту войну в колониях. Они нас вымотают, а потом возьмут голыми руками. Значит, в тело канцлера тоже вселились странники? Разве это не очевидно? Теперь извините, у меня совещание, полковник Зейн. Не волнуйся, Трент, не обязательно отдавать честь. И что же тут происходит? А, все то же самое. Полковник Зейн. Сэр? Мы получили подтверждение, что президент Якоби жива. Мне нужна ты и полковник Трент для этой миссии. Вы готовы к этому? Готово. Хорошо. Верная нам группа агентов СБС, вероятно, выжила. Я отслеживал президента с момента похищения. Ее держат в системе Аляска. Значит, она в руках странников? Кажется. А где именно? Неизвестно, но я хочу, чтобы вы выяснили. Спасти. Или устранить. Вы поняли? Да, сэр. Хорошо. Вы двое должны связаться с руководителем оперов СБС. Его зовут Уокер. Маркус Уокер? Он жив? Ты его знаешь. Трент тоже.
Тогда удачи. Ба. Я хотел лично прийти попрощаться. Уходите? Кое-что для Орилиона. Как-нибудь встретимся. Пока. Давай, Трент, надо спасти президента. Снова в деле.